относится к этому приему кочерги, да, вообще вот этот обоюдозахват, да, он подразумевает массу приемов, да, то есть их можно показывать без конца и без края, да, допустим, вот с этого же захвата с обоюдозахвата можно делать через бедро, вот, как в одну сторону, да, так и в другую, да, просто обоюдозахват, вот, сейчас мы вот сюда сделали, да, а теперь мы отшагиваем сюда и делаем другую сторону через бедро, да, бросок. То есть один и тот же захват в обе стороны через бедро. То же самое, один и тот же захват, мы и сюда подхватываем его. И вот сейчас мы сюда подхватили. И с этого самого захвата мы его подхватываем в другую сторону. Вот. Вот отсюда вот, с обоюдного захвата, мы его вытягиваем и в эту сторону делаем завес, да? И с обоюдного захвата мы делаем движение сюда и с этой стороны его сбиваем. Получается, что он обоюдный захват. В обе стороны многие приемы, но есть приемы, которые идут в одну сторону. Вот ставим ключом вот, и заходим вот сюда вот, и скрутим вот сюда вот. Скрутили. Скрутили. Вот. Или завесом. Вот обойду захват. Перекрываем сюда корпус его. Сваливаем сюда. Вот, сваливаем вот. И вот. Зависаем и вот если мы снимаем вот сюда. То есть это уже в одну сторону идет. Давай прием. Вот. Или если мы идем в обойный захват, допустим, вот, в обойный захват, он немножко упирается чуть-чуть, вот упирается, мёд своего, дай его, это тоже идет в одну сторону, вот, так же и бросок прогибом, да, вот, не бросаем, сюда кидаем, и сверху, с винта кидаем, второй вариант, вот, обвив, идет в сторону захваченной руки. Также, если он делает обвив, допустим, то мы отсюда подшаги, и вот с винта тоже кидаем через себя, да? То есть здесь очень важно в обоюдном захвате ставить плечо. Вот он идет на меня, вот я плечо ставил. И отсюда, у нас идет девертушка, вот. Вот, отсюда. С этого захвата вот, если я включу вот здесь вот, то здесь трудно сделать кочергу. Он меня вперед может бросить и назад, и туда-сюда, да. То есть опять плечо вставляем и подходим вот сюда, раз, открываем, раз, и постепенно мы делаем бросок. Вот, то же самое. С этого же захвата вот пошло сбивание. Вот, с обоюдного же захвата мы спускаем его сюда, заходим сюда. Вот, с обоюдного же захвата мы поднимаем его сюда, сбиваем его сюда, сбиваем сюда. Вот. С обоюдного захвата. Вот, плечо ставим. Мы его на ногу поднимаем и сбиваем его. Все, на сегодня хватит. Мы продолжим еще показ захвата приема. Это мы показали вам маленькую только часть.